Здравствуйте, дорогие слушатели. А сегодня мы поговорим о другом деятеле народного просвещения, о другом докторе педагогических наук, о Иорданском Николае Николаевиче. Николай Николаевич родился 30 апреля 1863 года в городе Городец Нижегородской губернии. Он был доктором педагогических наук и профессором. В 1887 году он окончил Казанскую духовную академию, и получил степень кандидата богословия. Педагогическую деятельность он начал в дореволюционный период в Нижегородском женском епархиальном училище, где преподавал три дисциплины – географию, русский язык и литературу. Одновременно он исполнял обязанности и смотрителя духовного училища. Оставив ведомство духовных дел, в 1896 году он получил должность инспектора Народных училищ Нижегородской губернии. В мае 1895 года он избирается членом и становится секретарем исполнительной комиссии по организации отдела народного образования на Всероссийской выставке 1896 года. В его задачу входила организация лекций и экскурсий которые, согласно историческим данным, посетили свыше 5000 педагогов из всех российских губерний. Российская империя оценила его заслуги, он имел чин статского советника, его награжден орденами святого Станислава и святой Анны Третьей степени. Иорданский занимался вопросами краеведения. Его труд, исторический очерк народного образования в Нижнем Новгороде, впоследствии был удостоен большой золотой медали в Париже на Всемирной выставке 1900 года. Он являлся одним из организаторов Всероссийского съезда учителей и руководителем Всероссийского учительского союза. Начиная с 1917 года он находится в должности товарища министра народного просвещения и работает над выдающимся законопроектом о единой общественной общеобразовательной школе. Иорданский считал, что идея социально-общественного воспитания в школе и вне ее является только отражением переживаний, вызванных революцией 1917 года. Не стоит говорить специально о социальном воспитании, так как оно не раздельно со всяким педагогически правильными приемами работы. И по его мнению, идея социального воспитания тождественна идеям гражданского и общественного воспитания. После революционных событий 1917 года он возглавляет образовательный отдел Совета Всероссийских Кооперативных Съездов. Он является членом Наркомата Просвещения РСФСР и главой Главного управления социального воспитания и политехнического образования. Работая в этой должности, административный Иорданский не забывал заниматься теоретической работой. Он предложил систему социального воспитания, которая включала в себя два направления – это семейное и общественное воспитание. Иорданский считал, что семья является первой школой общественности, где формируется авторитет, сопочинение, уважение этого авторитета. Однако он также считал, что одна семейная среда есть опасный элемент, она дает много пищи к эгоистическому обособлению. Иорданский писал – можно спорить о том, может ли коммуна или общество устранить семью как элемент воспитания. Но нельзя отрицать того, что семья может быть и на время, но утратила свою общественно-воспитательную обстановку. И на ее место, в дополнение к ней, нужно создать что-нибудь новое. Он определил систему общественного воспитания, которая в себя включала, во-первых, дошкольные учреждения очаги ясли, в которых дети могут находиться от года до 7 лет. В яслях осуществляется забота о здоровье детей и начинается социальное воспитание. Во-вторых, это общеобразовательная школа, которая является основным институтом социального воспитания. В-третьих, это внешкольные учреждения. К ним относятся площадки для игр, детские клубы, детские организации, организации, связанные с учебными занятиями, а также организации, связанные с развлечениями, спортивные организации, организации помощи взрослым, куда входили сельскохозяйственные дружины для уборки урожая, юношеские союзы, скауты, пионеры. В-четвертых, это культурно-досуговые учреждения для детей, это детские библиотеки или детские театры. В-пятых, это учреждения социального воспитания для отдельных категорий детей, это колонии для исправления дефективных или умственно отсталых детей, колонии для малолетних преступников, детские колонии для детей из бедных, социально неблагополучных семей и детские приемники-распределители для беспризорных детей. Надо сказать, что его политические взгляды шли в разрез с политикой советского государства. И в 1922 году, как политически неблагонадежный, он отстраняется от должности. Впоследствии он руководит Сергеевским институтом народного образования, который впоследствии был преобразован в педагогический техникум. Он читает лекции в Центральном институте организаторов народного просвещения имени Литкинса. Он работает на высших научно-педагогических курсах. Начиная с 1924 года он начинает работать во втором МГУ. Конечно, основные труды его посвящены вопросам организации общеобразовательной школы, то есть он вводит один из терминов, который получил название «школоведение». Школоведение предполагает изучение различных сторон внутренней жизни школы. Подобное толкование основывалось на представлении о школе как автономного института. Иорданский выступал всегда за стимулирование творческой инициативы каждого учителя в организации школьной жизни, за создание общественно-государственной системы управления школьным делом, за широкое привлечение населения к участию в жизни школы. Он обосновывал пути и средства осуществления массового народного образования и убеждал в необходимости тесной связи учебных заведений с трудовой жизнью населения. Педагогические взгляды Ярданского, конечно, не утратили значения и до современной педагогической мысли, теории, науки и практики. Предлагаем вам познакомиться с трудами иорданского Николая Николаевича, которые хранятся в фонде библиотеки МПГУ. Издания, доступные в электронно-библиотечной системе МПГУ, сопровождаются QR-кодом для перехода к электронной версии. Сборник посвящен истории возникновения народного образования в XIX веке. В издании представлен материал о народном образовании в городе до реформы 1870 года. Роль администрации и городского управления в деле развития среднего и специального образования. Открытие городских начальных училищ. Истории возникновения просветительских учреждений в связи с общественным движением 60-х и 70-х годов. В издании рассматриваются практические основы организации школьного самоуправления и самодеятельности учащихся как элемента интеллектуального и нравственного развития. Автор говорит о педагогических и социально-психологических факторах общественного воспитания. В книге рассматриваются этапы организации работы массовых трудовых школ, принципы, цели и задачи их создания. Представлен опыт работы по организации трудового воспитания, где основой служит практическое объединение общеобразовательного материала и трудовых процессов. Цель настоящего сборника ⁇ учет и популяризация в широких массах учительства того разнообразного опыта и практической работы учителей, которые нашли свое живое отражение в журнальной, преимущественно провинциальной литературе. Эти материалы более всего ценны своей близостью к жизни массовой школы и потому представляют очень широкий интерес. Но в то же время в большинстве случаев они доступны очень ограниченному кругу читателей, иногда в узких пределах одной губернии, одной области. Отражая непосредственный практический и жизненный опыт отдельных школ, отдельных школьных работников, они не всегда дают широкую обобщающую оценку своего опыта и своих достижений. Но в них дорог этот учет реальной действительности, установка тех возможностей, в пределах которых может работать каждая массовая школа, не увлекаясь утопическими планами и перспективами. В клубе, как правило, происходит творческая проработка материала, основанного на опыте клубной деятельности, как результат его исследовательской работы, а не механическое запоминание. В клубной работе удовлетворяются запросы и жизненные потребности подростков, воспитываются социальные навыки и навыки к работе, соответствующие их интересам. Среда для нас не мертвый или даже живой объект наблюдения. Для нас дорог весь процесс воздействия на нее, изменение ее именно людьми. В раскрытии этого процесса заключается истинная педагогика претендующая на название социальной педагогики и действительное социальное воспитание. Среду организует и изменяет сам человек и в меру своих сил сам ребенок. Последний в своей среде иногда, если не всегда, является сам воспитывающим и организующим фактором воспитания. Книга предназначена раскрыть педагогический процесс жизни детей в условиях среды возникает необходимость целевой установки воспитания и установки его идеалов как яркой перспективы этого нового будущего в установке целей и идеалов воспитания нельзя отрываться от реальной действительности от ее запросов и требований надо твердо знать что положительного вносит в жизнь школы в воспитание это действительность идеал гармонического развития личности выдвинут прогрессивной частью педагогов предреволюционной эпохи Основной целью книги является раскрыть тему социального воспитания и ее тесную связь с социалистическим воспитанием. Эта идея является основным содержанием всей книги. Воспитательное значение приобретает как фактор воспитания вся внешняя среда, окружающая ребенка и школу. Природа, обстановка, весь социальный строй. Просветительные учреждения должны идти не только в уровне жизни, ее требований, подчиняться ее директивам, но и стать выше ее, воспитывая будущих строителей жизни. В издании представлены исследования, основанные на методах изучения бытовых условий школьника. В практику обследования и статистической обработки материалов взяты были общие вопросы быта и жизни школьников с их преимущественно внешней стороны с перечнем работ Николая Николаевича Иорданского, которые хранятся в библиотеке МПГУ, можно познакомиться в электронном каталоге МПГУ. Представленные издания доступны для работы в отделах библиотеки МПГУ.